Здравствуй, лес. Ягода черника, ягода брусника. Всех приветствую на канале Сказочная Карелия. Сегодня Прионежский район, еловый лес. Не случайно сегодня выбрались. Обратите внимание, первый гриб, первая находка. Это у нас боровичок. Вот какой гриб. Красивая у него шляпка какая, ножка. Вот такое вот начало тихой охоты. Так вот, рядышком, обратите внимание, раз стоит, и два. Это красные подосиновики. Да. Вот он какой. А рядышком еще один. Вот такие грибочки сегодня молодые. Пособираем. Красный подосиновик. Обалденный гриб просто. И чистый какой, а. Шикарная находка. Обратите внимание. Вот он. Плотная ножка. Вот это находка. Белый гриб. Здесь грибники не ходят. Это карельская глухая тайга. Вот они растут. Такие красавчики. Посмотрите. Вот он. Белый гриб. Еловый. Почистили беленького. Вот. Желтобурый подосиновик. Рядышком поганка. Вот такие. Да, такие не берем. Крупные грибы. Вот еще справа один подосиновик. Вот совсем неподалеку. С красными лисички. Посмотрите, каких размеров они. Вот. Это просто фантастической красоты грибы. Огромные. Все здесь же. Вот. Много очень серушек, но сегодня на соление брать не буду. Достаточно глухие таежные места. Пролетаем над такой поляной с лисичками. Какая красота. Вот это выход в лес. Здесь грибники, редкие гости в лесу. Красивая полянка с лисичками. Вот, посмотрите. Аккуратненько. Вот он какой букет из лисичек. Глухой такой ельник. Нужно аккуратно ходить, смотреть очень внимательно. И вот, посмотрите. Зеленый мох. И что мы с вами нашли? Привет. Плотненький боровик. Вот он какой. Посмотрим его на червивость какой. Но плотный гриб, не знаю, в нем веса, наверное, около килограмма. Очень тяжелый, плотная шляпка. Вот он абсолютно чистый гриб, боровик. Сушить самое то. Сегодня ясная погода, яркая. Обратите внимание. Пролетим над еще одной полянкой. Посмотрите на эту красоту. Вот она. Очередная поляна. Просто очень много лисичек. Какое же наслаждение собирать такие грибы. Красивые, чистые.
очень много зрителей смотрит без подписки, поэтому подписывайтесь, впереди много интересных выпусков. Ну а эту красоту собираем. Очень много сыроежек в лесу, не берем их. Очень много серушек, тоже брать не буду. Но сегодня цель — это боровички, белые грибы еловые и молодые подосиновики. Что я заметил под можжевельником. Это у нас еловый белый гриб. Посмотрите, какая идеальная шляпка у него. Плотная ножка. Шикарный гриб, просто отличного качества. Аккуратно среди веточек. Вот. Это у нас белый гриб. Еловый. Ух, сломалась у него ножка. Вот он какой. Чистая ножка. Плотненькая очень. Такая раскраска. Вот, привел грибочки в порядок. Чистые еловые белые грибы. Отличная находка. Красный подосиновик. Вот еще один красный подосиновик. В этом лесу много видов. Желтобурые, красные, белоножковые. Лисички. Красота. Красный гриб. Подосиновик. Вот еще один под елочкой. Зеленый мох. Какая у него ножка. Чистенькие. Вот какая красота впереди. Очередной красный подосиновик. Рядышком. Еще один. Посмотрите, что я обнаружил. Очередной белый гриб. Белый, чистый. Берем. А вот какой гриб. Шляпка у него мощная. Это белый. Гриб можно выкручивать, срезать. Грибница глубоко в земле. Вот. И не страдает. Вот такой гриб, но он уже в удовлетворительном состоянии. Оставим его зверятам. Белочкам. Поближе подойдем, посмотрим. А, старенький уже боровик. Доживай. Вот здесь вот. Посмотрите. Желтобурый подосиновик. Травка немножко сместился. Сладкая парочка. Ух, сломалась ножка у него. Желтобурый. Еще один. Вот он какой. Подосиновик. Отрежем шляпку, посмотреть внутри. Вот, на сушку пойдет. Привет. А это кто у нас? Вот это ножка. Раскачаем. Вот он. Да, вот такой вот интересный ельник. Плотная у него ножка. Килограммчик, наверное, весит точно. И вот, обратите внимание. Вот он. Рядом красный подосиновик.
Боровичок чистый, плотная шляпка, резать не буду. Чистая ножка, чистый подосиновик. Отличная находка. Идем дальше. Здесь все в чернике. Спросите меня, почему тут не собирают? Потому что сюда добираться очень далеко. Люди ищут места поближе. Но здесь экологически чистая ягода. Очень вкусная. Посмотрите ее здесь сколько. Но еще пока собирать ее можно. Вот она, карельская ягода черника. Очень вкусная, витаминная. Все усеяно здесь. Обратите внимание, какие красавцы. Мухоморы красные. Сказочные грибы. И тут очень много. Папоротничек и пенек. А под пеньком у нас... Вот он. Белый гриб. Плотненькая шляпка, чистая ножка. Берем. Посмотрите. Это просто бомбический гриб. Вот моя рука. Ничто по сравнению с ним. Вот такая находка. Это белый гриб, боровик. Вот это дедок, а. На споры оставим. Очередной гриб у нас. Бельчата кушали его. Ножка глубоко уходит. Вот он. Идеальная шляпка просто. Это у нас белый гриб очередной. Вот это сегодня супер тихая охота. Эмоции зашкаливают уже. На сушку пойдет. Отличный гриб. Вот это находка. Посмотрите, кто здесь у нас прячется. Ножка длинная. Вот он. Смотрите, белоножковый подосиновик. Маленький какой, а. Красавец. Элитный грибочек. Рядышком второй. Еще один белоножковый. Он какого размера? Длинная у него ножка какая, сантиметров 12, наверное, точно. Красивый гриб. А вот рядышком совсем. Посмотрите, какая находка. Это у нас белый гриб уже. Под елочкой сказочной красоты красный мухомор. Ух ты! Рядышком. Еще один. Ну вот он какой. Плотная у него ножка. Еловый белый гриб. Вот это находка. Посмотрите. Два подосиновика. Малыш и мама. Вот он. Красавчик. Желто-бурый подосиновик. Чистота. Вот. Очередной красивый желто-бурый. А тут кто у нас? Белый. Вот он, плотная ножка, белый гриб. Еще один еловый белый гриб. И посмотрите, что я обнаружил рядом с белыми грибами. Это у нас белый грусть, первая находка в этом сезоне. Белый грусть настоящий. Беленькие чистые. На сушку. Вот он чистенький, разрезал. Молочко, желтоватый оттенок. Шикарная находка. Очередной желто-бурый.
Вот тут у нас лисички, сестрички растут. И сразу же здесь подосиновик. Вот у него какая длинная ножка, желто-бурый. Берем. Вот такая опушка. Смотрите. Вот он. Очередной еловый белый гриб. Отличная находка. Чистая ножка. Черничник. Вот он какой. Подосиновик. Берем. Травки. Вот он. Желто-бурый подосиновик. Очередная находка. Вот он какой. Маленький красный подосиновик. А вот еще один малыш. Оставим его. Мы с вами сместились в осинник. И вот такие красные подосиновики тут растут. А вот обратите внимание, повыше старенький. А вот здесь молоденький. Вот какой. Друзья, посмотрите. Это фантастика просто. Вот таких вот два белых стоят. Вот один. Вот второй. Рядышком у нас волнушки растут. И вот подальше еще один белый гриб. Вот, обратите внимание. Такая шикарная находка. Это можно поставить на доставочку. Вот, давайте соберем их. Вот он. Первый. Еловый белый гриб. Хорошего качества. Рядышком. Вот теперь этот возьмем. Еще один маленький. Волнушки сегодня брать не будем, оставим их. Вот тут же неподалеку еще один белый гриб. Он уже старенький. И вот здесь вот аккуратненько пролезаем. Ух! Вот это гриб. Посмотрите, какой он мощный. Еловый белый гриб. Вот это отличная тихая охота сегодня. Вот еще. Вот такая находка. Все в одном месте. Белые еловые грибы. Вот вычистил. Беленькие подосиновички. У крупного ножка червивая оказалась. Вот такой выход в лес. Шикарная тихая охота. 2,5 часа в лесу. Прионежский район. Карелия. Направление в сторону Кондопоги. Молодые подосиновики. Белые грибочки. Лисички. Грибов очень много в лесу. Отличная тихая охота. Спасибо, лес, за дары. Задавайте вопросы, буду на них отвечать. Ну а вам желаю, чтобы ваши корзины всегда были полными. До скорых встреч, всем пока.